большого калибра камни. Вот здесь большого калибра камни, здесь терка была очень большая. И тут мамочка была хорошая. Там уж видно на сантиметров 10 такая. Да, ямина, да, да, ямкин, да. Ясно. Пошли дальше. Опа, есть! О, молодец! Смотри, как сработало. Угу. Вот такая вот рыбка. Барибка. Красивенькая. Хоп. Без бороды. Вот, поймал рыбешку. Покаж. Давай. Отпускай. И нервы попорчены. Опа, есть. Зилна поймал рыбу. Yes! Yes! Отпускаем. Вот я когда иду, с моего роста видно только задницу Зилны. Потому что я 1.5 м в кепке. А он 2 метра. Размер ножки 47 против моего 42. Просто ужас. Чувствуешь себя каким-то маленьким, ничтожным, обиженным, короче. А, вот оттуда, вот. Тукнула. Да, за камнем. Вон там камушек. Знаешь, на какой воблерочек у меня здесь хорошо брал хариус? На салмовского жучка такого маленького. Ага. В один день просто так он бомбанул. И вот эта крупная рыба, которая была из-за камня, вот то, что я отснял, где когда именно на него. Ага. То есть кинул, он там сплавлялся, просто я 2 раза дернул, и она его хапнула. И такая проводка довольно-таки ленивая была. И
Да. Покажи мне канаду. Они есть 40-ки, 50-ки, 60 миллиметров. И, по-моему, даже 70 миллиметров есть. А этот у тебя какой? 30 у меня не было. 35-ка? Нет, 40-ка у меня. У тебя 40-ка? Да. Но он офигенно компактный. Ну, я вижу, да, он обалденный. Он такой, как мини-деконтакт, не поймешь там. А-а-а. Мини-джеркбейт, я бы сказал. Вот у Церебита есть такой воблер-джеркбейт. Знаю, знаю. Вот он как мини-джеркбейт такой. Фу. Один в один, да. Хорошенькая мордочка. Угу, такой махонький. Нет, тоже у тебя хорошо. Опа! Так, снимаем. Ёшкин кот. Пацаку. Игорюха, бери. Вокруг меня. Пошел. Пошел, бери ее, бери, родной. Блин. Мама мия, блин. Так, воблер ушел? Ушел. Ушел, да. Дай-ка я его вытащу быстро. Так, ёшкин кот. Вот это, да. Вот это рождественский подарок. Блин, ты видел, откуда она выскочила? Да-да-да. Смотри, да, какая да. Подтертая, блин. Видишь? Подожди, дай я сниму хорошо. Не видно нифига. Вон. Офигеть, рыбина какая. Так, палочку сюда. Дай-ка я ее сейчас извлеку. Ой, у нее, видишь, на жабрах плохая. Да? Мамка роет, самец не роет. Ёшкин кот, блин. Вот моя траутинка рядом. Злой собака. Ругается. Конечно, ругается. Ругается. Меня облови. Газ длинный. Чемпиона. Чемпиона Латвии. Многократного. Офигеть. Да это случайно, шара. Да ладно. У тебя документальных кадров нету. Я всем скажу, что это неправда была. Как это нет? Есть. Есть? Конечно. Зря я тебе подсак подавал. Да, это точно. Потому что я запутанный был, я перекручивал эту штуку, у меня да. Подсак вокруг меня был обернут, я бы его не смог снять сам. Ну, так что да. 50% поимки это твои, так и быть. А, ладно, ну ладно. Ладно. Тимоха. Подвинутые воблера. Называются такие, расцветка такая, покупайте. День состоялся.